На фоне разговоров о своем здоровье Хиллари Клинтон возобновляет предвыборную кампанию. Кандидат от демократов брала трехдневный перерыв, во время которого публика активно обсуждала ее состояние. На новой встрече с избирателями в Северной Каролине Клинтон пообещала им не прекращать борьбу, несмотря ни на что. «Я признаюсь, что мне не стать таким шоуменом, как мой соперник. Но это и хорошо. Просто посмотрите на его шоу. А я вам скажу кое-что. Люди обвиняют меня в самых разных вещах, вы все это видели. Но никто и никогда не обвинял меня в том, что я все брошу и сдамся. Я никогда не сдамся, независимо от того, насколько мне трудно». По данным последних опросов, больничный стоил Хиллари Клинтон нескольких процентов рейтинга. Сейчас кандидаты в целом идут вровень. Разные организации отдают процент другой преимущества то одному, то другому сопернику.